Добрый день. Извините за качество видео сразу. Сегодня я покажу, как перевернуть видео в YouTube. То есть после того, как вы загрузили видео, открываем браузер. Сейчас. Допустим, заходим на ваш канал, какой у вас есть. Вот. Выбираем мой канал. Мой канал. Я украинскую мову, я нахожусь в Украине. Мой канал выбрали. Теперь выбираем, у нас появляется список главный. Ваш канал, название, главное и видео. Нажимаем на видео. Выбираем то видео, которое вы загрузили. Например, ну вот, у меня вот. Вот видео, которое я загрузил. Нажимаем на него. Оно у нас открывается. Здесь внизу вот такие значки. Информации и настройки, додатковые возможности, специальные возможности. Звук, заставка, инфокартки и субтитры. Нам нужно вот это, додатковые возможности. Украинскую мову, на российской мове, по-моему, дополнительные возможности. Нажимаем, оп. И у нас появляется вот такой вот экранчик, наше видео. И с правой стороны внизу, отключим звук, вырезать настройки видео, стабилизация, автоисправление, скорость разная и так далее. Здесь вот такие значки. Повернуть леворуч, повернуть влево, повернуть праворуч, повернуть вправо. Нажимаем, допустим, влево. Раз. Наше видео повернулось. Вот так вот. Теперь разворачиваем обратно его. Все. Вот наше видео. В правом верхнем углу нажимаем «Зберегти», то есть «Сохранить». Еще раз «Зберегти». Все загружается, вот видим. Все наше видео сейчас обрабатывается, через 5 минут включить, оно уже будет готовым в том режиме, который повернули. Все, всем удачи, благословений, пока.